Буквально через час в Бресте будет дан старт грандиозному музыкальному фестивалю «Город света». В нем примут участие звезды не только белорусской, но и мировой сцены. Одними из участников станут экс-вокалист группы Deep Purple и Rainbow, кумир миллионов Джо Лин Тернер, а также популярный американский певец, голосом которого восхищалась Кристина Агилера, Джесси Кэмпбелл. Перед выступлением музыканты заглянули и к нам в гости. Приветствую вас. Hi, guys. Добрый день. Добрый. Вы уже раньше выступали в Бресте. Изменился ли город? Для меня в этом году гораздо мероприятие выглядит масштабнее. Конечно же, это «Миллениум» — ни с чем не сравнимое большое представление. Прекрасно. It's amazing. Я заметил, что город расстраивается. Прекрасные здания появились, новые гостиницы и гораздо больше людей в этом году здесь, в Бресте. Мы, к сожалению, сами не сможем попасть на фестиваль. Признавайтесь, какие хиты сегодня услышат брещане на сцене? Не будем раскрывать все названия песен. Мы сегодня представим классические хиты Rainbow, а также легендарная Deep Purple. Ну и все, вернемся в классику рока. Представлю публике замечательную песню, яркую песню из кинофильма «Величайший шоумен». И несколько сюрпризных моментов тоже будет. Джозеф, я знаю, что ваша супруга минчанка. Я не могу об этом не спросить. Как вы познакомились, как так вышло, что из всех женщин на земле вы выбрали нашу соотечественницу? Yes, my wife is from Minsk, and she's a Belarusian girl, and she's красива, and intelligent, and wonderful. Действительно, моя жена белорусская, она из Минска, замечательная, красивая, умная девушка. Мы встретились в Москве, история очень длинная и романтичная, но скажу вам самое главное, мы влюбились с первого взгляда. И Джесси добавляет, он бы тоже хотел точно так же, такую же историю повторить здесь, в Беларуси. Джесси, вы стали звездой после американской версии «Голос», но ваш-то голос известен, и душевное исполнение уже известны довольно давно. Как вы думаете, на ваш взгляд, чем вы очаровываете публику? Я думаю, весь секрет заключается в моем внутреннем мире, и когда я, не боясь, открываю себя изнутри как личность, публику это подкупает, и это становится действительно невероятно привлекательным моментом в моей музыке, в моем творчестве. Джо, Джесси, каких белорусских исполнителей вы знаете? Игорь Муха, I love Igor here. В частности, мой хороший друг, фронтмен группы «Спасение» Игорь Муха, он здесь меня принимает. Ну и множество разных других музыкантов, всех не упомню, но имел личный опыт их общения с ними. А песни? Какие вы знаете белорусские песни? Because my Russian чуть-чуть, but Belarusian. Обязательно надо выучить. You have to. Another, of course, another, you have to. Although it's beautiful language. Джесси, я знаю, вы знаете белорусскую песню. Джесси, I know you can sing a Belarusian song. I one time, yes. Да, однажды было такое дело, да. Я попрошу вас спеть вместе с нами здесь, в Бресте, в честь тысячелетия города. Ready? Okay, so. La 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 la. Casio yas, adioshino, Casio yas, cadioshino, Casio yas, cadioshino. Paglia darling, yashina, adioshina, zitta shala, adioshina, zitta shala, adioshina, zitta shala. Dinia pa, oh, I messed up, oh. Какой красивый белорусский язык у Джесси. Шикарный, да. I try. Что ж, спасибо большое. Мы знаем, что вам пора уже спешить на сцену. Зажигайте на «Городе света».